И всем большой привет, ребятки. И сегодня с утра у нас вышло хэллоуинское обновление в Murder Mystery 2. Я уже снимала по нему ролик, но только я этот ролик случайно удалил, поэтому я его перезаписываю. У нас уже вечер. Вот как, кстати, выглядит вот новое лобби, но я думаю, все уже играли. Есть даже новый ивент. Я уже 3 ячейки прошел. Одна ячейка 800, конечно, стоит, ну так, дорого-богато. И хочу вам сразу же показать тутор на новую секретку. Для начала вот тут просто свечки есть. Мы на них нажимаем, чтобы они стали фиолетовыми, чтобы у них пламя горело не обычное, а фиолетовое. Надо просто кликнуть на них везде, вот как показано сейчас на видосике. Мы просто на них вот так вот кликаем. Смотрите, кликаю финалку, и открывается вот такая вот секретка. Тут кто-то сдох, там рип написано, ну, вот так вот. И потом она закрывается, и свечки резко перестают гореть фиолетовым пламенем, и надо, типа, их потом заново нажимать, чтобы туда попасть. У нас, кстати, с вами вышел новый сет, но мне он, если честно, мне пистолет плюс-минус зашел, а вот ножик это... Это вообще, ну, не знаю, мне кажется, его не доработали как будто, потому что мне ножик прям вот не зашел. Я думаю, мы будем перемещаться на паблик сервер. Погнали. Ну что ж, вот уже и на публичном сервере. Я, как обычно, стал иноцентом, куда же без этого. Я думаю, мы сейчас с вами поиграем каточку за иноцента, и потом я уже включу, когда стану мардером или шерифом. Чё, давайте юзанем спидглич, в принципе, чтобы быстрее вот это что я открываю, чтобы быстрее собирать как бы конфетки, тихо тут убиться. Вот приспичило тебя сюда прийти, а, девочка, блин. Вовремя ты очень, да. Молодец, молодец, вовремя прям пришла. Так, ну мы с вами СГ юзанули. Ну, СГ это спидглич сокращенно, господи. Шо вы так джамперите, как будто тут мардер. СГ мы с вами юзанули, поэтому мы с вами идем собирать конфетки. Я, кстати, еще заметил, что Никель с Зеликом, они сделали другой формат конфеток хэллоуинских, не такой, как в прошлой обнове. У меня, кстати, новый скин вот такой зомбак. Стойте, тут плохо видно. Вот. Вот так он выглядит. Не знаю, он там стоил 200, по-моему, с чем-то робоксов. Это, ну, в принципе, это хорошая цена для... А как... А, она меня с крысы, типа, сзади убила. Ну, как по мне, это хорошая цена для скрыт, в котором я буду ходить еще месяца, так, 2,5, а то, ну, я не знаю. Ну, месяц я в нем точно, а то и больше буду ходить. И это факт. Ну, меня убили, поэтому мы ждем, когда я стану мардером перемещения. Мне наконец-то выпал мартер, короче, поэтому сейчас каточка мартера, я это ждал полчаса где-то, поэтому мы с вами быстро играем катку за марда и ливаем, потом я пойду видос монтировать, да, скорее всего. Так, я СГ заюзал. Так, минус одна прошка. Балалайки, идите сюда. Да, извините, что я их называю. Да, почему я? Тут просто вот эти прошки, короче, а их тут много, а я как бы один, и я в основном против этих всех прошек как раз таки и юзаю СГ, спидглич типа. Туда! Минус еще один СГ-юзер. Ну, хотя я сам как бы... СГ-юзер. Я иногда юзаю СГ, спидглич, типа. Но это чисто вот против прошек или когда на сервере какой-то читак. Так в основном я, ну, просто по-простому играю и стараюсь юзать поменьше СГ. Так, минус шериф. И у нас с вами осталось еще вот это чупакабра, да? Ты ля какой надоедливый. И сразу за пистом, да, главное пойти вот это вот, чел.
Что? Вы это видели? Она только что меня застрелила, и я каким-то методом успел ее грохнуть. Вот это я понимаю, ребятки, катка за Мардера. Кстати, у меня аж удалилось видео, типа ремо-версия, когда я еще раз вот записывал. Точнее, первый раз вот я когда записывал, у меня тоже такое было. Ну, в принципе, я как и говорил, что вот я записал катку за Марда. Я пошел это все монтировать. Всем огромное спасибо за просмотр, ребятки. И всем пока-пока.